Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и в этом видео я вам покажу, как установить осенний мод. Да, я знаю, я должен был записать это видео ранее, потому что остался, грубо говоря, один месяц осени. Но я думаю, все-таки кому-то это будет полезно. Данное улучшение, то есть данный мод, можно будет поставить только на версию 0.3e. То есть можно это установить на Мазинге и там на других проектах. На Родине, либо на Радмире вы это установить не сможете, потому что там нету, так сказать, подходящих файлов, куда это все можно закинуть. Точнее, есть, но я пробовал, и это там не работает. Просто портится игра и все. Но перед этим я хотел бы напомнить, что я играю на первом сервере Мазин Холи Плей. Также не забывайте вводить мой промокод. Пишите вместе капсом Кирилл Гейм. На 5 уровне получите 50 тысяч, на 10 уровне вы получите 100 тысяч. Мой промокод можно вводить на любом сервере Мазин Холи Плей. Давайте сначала вам покажу вообще, как выглядит осенний мод, а потом уже покажу, как его скачать и установить. Ну что ж, давайте я вам, в принципе, покажу, как выглядит осенний мод. Ну, здесь ничего удивительного нету, просто как осень. Желтые листья, не зеленые поля там и так далее. Вот как это все выглядит. Давайте даже вот, например, в лес заедем и посмотрим, как это выглядит. Конечно, прорисовка на Мазинге страдает, но все равно это все выглядит очень красиво и атмосферно. Я сам недавно это поставил, поэтому спустя пару дней я решил записать об этом видео. Потому что, ну, смотрится это, ну, реально очень красиво, я считаю. И поэтому, кто желает себе сделать реально хорошую атмосферу, то я всем советую поставить данное улучшение, то есть данный мод. Установить его очень легко, буквально, ну, за 2 минуты вы легко можете его установить. И весит он также немного. Есть только один минус, пацаны. Я вам о нем сейчас расскажу. Минус заключается в том, что у вас карта как бы становится стандартной. То есть я вот играю на Мазинге, и у меня сейчас карта не Мазинг, а стандартная карта GTA RMP. Вот в этом заключается минус. И если вам это не важно, то можете ставить мод. Если вы не ориентируетесь хорошо по карте, то я вам не советую ставить этот мод, потому что вы потом не будете понимать, где вы находитесь. Также изменено, в принципе, меню, ведь вместо стрелочки такой вот листочек, и когда мы ведем его куда-то, он также меняет. Ну и вот так, в принципе, выглядит меню в игре. Ну что вообще нужно сделать для установки данного мода? Вам нужно в первую очередь зайти в описание, там будет ссылка на Google Диск. К сожалению, на Яндекс Диск я не могу залить, потому что там нельзя заливать именно папки. Файлы можно на Яндекс Диске заливать, а папки нельзя. Как бы поэтому приходится заливать его только на Google Диск. Итак, что вам нужно сделать? Вот, вы заходите по ссылке в описании и нажимаете вот мод на осень. И здесь нажимаете просто скачать. И у вас как бы начинается вот скачивание. Что-то я немножко погорячился, то что он весит мало. Я думал, весит там, ну, 300 мегабайт. А он весит почти 1 гигабайт, пацаны. Но думаю, в принципе, это не так уж и много. Итак, вот вы скачали данный мод, в принципе, себе на компьютер. Что вы делаете? Для удобства я вам советую просто вывести как бы этот файл на рабочий стол, чтобы вам было удобнее перекидывать файлы в папку с игрой. Потому что именно это нам нужно будет сделать, чтобы установить данный мод. Как бы просто ждете, пока это все перекинется на рабочий стол. Это просто нужно для вашего удобства. Закрывайте данную папку и заходите в папку с игрой. У меня это вот DC, Gamer и вот папка Getaclina Россия. И здесь выбираете папку, получается, Models. Вот, именно папка Models. И что вы здесь делаете? Вы просто берете, вот, открываете эту папку с игрой и открываете папку, которую вы скачали. То есть, получается, слева у нас находится именно мод, который вы скачали по моей ссылке, а справа находится папка с игрой. И что вы делаете? Вы просто берете, вот, выделяете все эти файлы, прям, все эти файлы, берете просто, ну, перекидываете и нажимаете заменить файлы в папке назначения. И все, больше вам ничего делать не нужно. Вы просто потом закрываете обе папки и заходите, как бы, в игру. Все, нажимаете играть и спокойно себе играйте, очень классным модом осени и с хорошим настроением и, конечно же, с хорошей атмосферой. Я надеюсь, вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, вводите мой промокод и всем пока-пока.